Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Инди Хоррор мы посмотрим игру Slender 2D. Несмотря на то, что Slender меня просто уже задолбал, на эту игру пришла масса положительных отзывов, поэтому мне захотелось ее посмотреть. Это, я думаю, будет прикольно. Ну что же, мы в лесу. Мы опять играем за девушку, и нам опять ничего не видно. Так. Я, честно говоря, не знаю управления, но вроде как шифтом мы двигаемся быстрее. Хорошо. Hello? Есть здесь кто-нибудь? Напоминает, знаете, скорее какой-то Lone Survivor, чем Slender. Графика такая настолько мило-пикселявая, что вообще никаких претензий к ней нету. Тем более для инди-проекта это, на мой взгляд, вполне себе неплохо. Так, я думаю, я на шифте больно-то бегать не буду, потому что если я сейчас запыхаюсь, и мало ли там что произойдет, это будет не очень хорошо. Ну, как вы понимаете, данное видео создано не с целью там как-то напугать. Я не думаю, что 2D-игра сможет сильно напугать. Это все-таки не Lone Survivor, опять же, который, насколько я знаю, достаточно страшный. Это просто по приколу. Мне охота было посмотреть эту игру. И показать ее, соответственно, вам. Первый листочек. Поздравляю вас. Готово. Довольно неприятная музыка. И палочник идет за нами. Но пока что вроде все спокойно. Батарейки вроде не кончаются. Это, по-моему, вполне себе прекрасно. Игра, кстати, идет в каком-то совершенно смешном разрешении, поэтому, ну, ладно. Вы все понимаете, никаких претензий, это не Crysis 3, чтобы... Так, мне нужно прекращать злоупотреблять шифтой, потому что иначе мы просто будем страдать от одышки постоянно. Так, вторая страница, с чем я вас и поздравляю. Вы знаете, несмотря на то, что эта игра в 2D, она неплохо так передала дух оригинала, и мне как-то уже даже маленько жутковато. Как вы понимаете, я не думаю, что мы соберем все страницы за этот заход. Если игра понравится, мы к ней еще вернемся. Но вообще тема Slender уже за последнее время настолько из... Тихо. Тихо. Что-то мне это как-то совсем... Ой-ой-ой-ой. Валим, 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 валим. Ты ушел? Ой, у меня сейчас наушники спадут. Так, хорошо. Спокойно, все в порядке. Да уйди ты от меня. Да, вашу мать, вон там. Ой. У них она, я запыхался. И он тут. Он тут. Он тут. Похоже, будет самый короткий инди-хоррор на канале. Так, ладно, вроде отстал. Мне бы маленько отдышаться, да чесануть уже отсюда, но... Походка у нее, конечно, такая. Типа... По дороге летним днем, на-на-на-на-на. Ладно, валим, вроде удалось. Сзади вроде спокойно все. Хорошо, мы пробрались уже на четвертый, по-моему, экран. Это вполне неплохо. Так, сейчас есть ощущение, что мы возьмем еще одну страничку. Блин, этот звук, конечно, просто убивает. Тихо. Вообще хоррор, вы заметили, да, что в последнее время хорроры пугают исключительно хорошим эмбиентом, звуками, но визуально как-то мы уже настолько ко всему привыкли. Твою мать. Что-то жутко стало.
Именно звуки просто нагнетают атмосферу, и ждешь, когда чего-нибудь, и это происходит, это... Тихо, валим. Валим, теперь он тут. Он опять играет с нами. Слендер, что ты делаешь? Так, еще одна страница, отлично. Так, но нам ее не дадут взять. Ой, не надо. Ой, твою мать. Ой, не надо, не делай этого. Нет. Я уже не знаю, я в обе стороны должен светить. Давай, бери. Давай. На удивление, качественно перенесли все в 2D. Мне уже по-настоящему жутко. Ладно, 3 страницы. Уф, надо валить отсюда. Мне, в принципе, и обычные слендеры пугают, несмотря на то, что в печенках сидят, но они уже настолько надоели просто. Ну, это примитивный подход, он пугал первые 2-3 раза. Сейчас то, что там уже 8 или 9 частей вышло, потом еще этот хаунд как-то, блин, ну, уже просто, ну, до смешного доходит. Зачем? Survivors на том же, собственно, геймплейном, на той же геймплейной механике. 4, отлично. Так, ладно. Шо? Слендер, ты куда подевался? Ты забыл обо мне? Тихо, не нужно от этого. Вообще, я видел, кстати говоря, трейлер. Тихо. Уйди. Я не вижу его. Не вижу, надо валить. Ой. Оп, ушли. А! Уйди. Ой, уйди. Ну, блин, я ненавижу. Ненавижу эту тварь. Ненавижу. Валим. Все у нас получится. Девочка, не плачь. Я все знаю. Да, это совсем плохо. Я понимаю, да. Это отвратительный звук. Ой, хватит, пожалуйста. Это просто капец. Пожалуйста, не надо скримеров. Он уже был просто где-то. Мы тут были? Нет, это похожее место. Один в один похожее. Так, ладно. 5. Мы взяли 5. Первый поход по Слендеру мы взяли столько же. Или 4. По-моему, 5. Ладно, давайте проваливать уже куда-то дальше. Честно говоря, в этой игре намного проще от Слендера уворачиваться, поэтому окей. Ну как уворачиваться, то есть нужно все время бежать от него. Временами он нас просто загоняет, конечно, это дико жутко, но... Блин, о чем я опять говорю, лишь бы не бояться? Пока что вроде все в порядке. Тихо. Ой, твою мать. Ой, твою мать. Уходим. Ай. Валим. Да, хватит уже, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, допустим. Уйди. Ай, твою мать.
Идиоты. Ну да. Давайте на этом прекратим. Я пойду штаны постираю. На самом деле, это было достаточно примитивно пугать в конце скримером. Но действенно. Что поделать. Тем не менее, достаточно прикольно. Перенесли механику Слендера в 2D-игру. На один разок игра вполне себе ничего даже. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.